убрать часть цветника, часть газона. А тут на эту зону будет располагаться парковка-площадка такая небольшая с парниками. Центральные улицы и парки Звенигорода скоро будет не узнать. В рамках реализации проекта «Звенигород – гостиный город» идет его масштабное благоустройство. Реконструкцию скверов Савы Старожевского и Молодежного, улицы Московской и Центрального городского парка глава муниципалитета Андрей Иванов проинспектировал лично. Сегодня вместе с Александром Петровичем, с нашим активным ветераном, проверили, собственно, и то качество, с каким проводятся работы, и объем. И также от местных жителей получаем обратную связь, какие-то дополнительные просьбы, коррективы. И обязательно это учитываем в своей работе. В Центральном парке предварительная планировка территории выполнена уже на 70%. Ведется монтаж кабельной трассы и прокладка тропиночной сети. К работам по озеленению планируется приступить 20 августа. На улицах демонтируется старое дорожное покрытие, устанавливают бетонное основание и бордюрный камень. Особое внимание будет уделяться системам по сбору и удалению сточных вод. Сегодня, когда мы были в Савино-Старожевском монастыре, когда ходили здесь уже по нашим улицам, потому что со многих домов водостоки направлены прямо на плитку, на проезжую часть, и куда эта вода уходила многие годы, непонятно. Дал поручение проработать отдельно проект по как раз ливневой канализации и в городе, и в Савино-Старожевском монастыре. В связи с ремонтными работами движение на центральных улицах ограничено, но это временные, при этом необходимые неудобства, уверяет глава округа. На ближайший месяц жители просят запастись терпением. Основной объем благоустройства проведут к началу сентября. Уже приступили к благоустройству улиц Почтовая, Чехова и Московская. И в связи с этим, пользуясь случаем, хотел бы попросить с пониманием отнестись жителей города, потому что нам придется перекрывать движение, делать его в одну полосу, так чтобы быстрее, практически за месяц, с этим масштабным проектом благоустройства улиц тоже справиться и создавать как можно меньше проблем в дальнейшем и для транспорта, и для пешеходов, для жителей. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».